Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії підприємця Віталія Корсікова. Віталію, добрий вечір. Говоримо сьогодні про підприємство, про проблеми підприємців напередодні місцевих виборів. Є таке відчуття, що питання бізнесу, підтримки малого, середнього будуть актуальні і восени, і наступного року. Тим більше зараз живемо в непростий період епідемії, пандемії, бізнесу дуже важко. Отже, Віталій, яким ви бачите розвиток та підтримку малого, середнього бізнесу, особливо в цей непростий для країни та міста час? Привітаю вас. Думаю, уместно будет вначале познакомиться. Случайно. Зовут меня Корсиков Виталий. Я родился и вырос в Суворовском районе. Учился в 40-й школе. Потом получил юридическое образование. И сейчас веду предпринимательскую деятельность. Развиваю сеть пекарен «Сдобушка». Как государство влияет на предпринимателей? Хочу сказать, что наше налогообложение – оно, в принципе, на таком уровне, как у остальных развитых стран. Но наша экономика, она не соответствует нашему налогообложению. Вот. Как государство, государству желательно не мешать предпринимателям для того, чтобы развиваться. Мы, опыт показывает, что государство не очень хороший собственник предприятий, потому что всегда появляется коррупция, всегда есть какие-то назначенные директора, от которых зависит очень много. Я предлагаю и вижу развитие нашего государства как передачу многих активов инфраструктурных и так дальше в частные руки. И максимальную демонополизацию государственных объектов, таких как водоснабжение, электроснабжение. И в каждой сфере, вот кто сталкивается, знает, что есть такие государственные монопольные предприятия, которые... у которых нет конкурентов, и они не выдают должных цен и должного сервиса. Але ж ми говоримо, я зараз згадав, у нас дуже часто говорять про те, що держава не ефективний власник, але і частні руки є різні. Хтось розвиває, а хтось просто там щось спочатку вкладує, а потім лише виймає і виймає. Ось таке. На своем опыте могу сказать, на своем предпринимательском опыте могу сказать, что за 9 лет ведения бизнеса открывали пекарни «Сдобушка» в числе первых. И это был максимально простой бизнес. Было у мамы желание делиться рецептами. Я старался это развивать, и это было все очень просто. Но прошло 9 лет, и на сегодняшний день в Одессе 180 пекарен. И мы все являемся друг с другом конкурентами. И глядя на конкурентов, я постоянно улучшаюсь, потому что понимаю, что появляются новые игроки, и каждый улучшает свой продукт, каждый улучшает свой сервис, и идет постоянная конкурентная борьба. Точно так же я и вижу борьбу вот в государственных предприятиях, в секторах. Если бы была такая же живая конкуренция, то нам бы не пришлось говорить о снижении налогообложения, нам бы не пришлось говорить о снижении тарифов. Потому что разные компании разными методами и рычагами влияния пытались бы снизить цену и дать за эту цену лучший сервис. Якую ви бачите підтримку з боку міста? Ось ми говоримо так, держава, там щось, регулятори, закони, але і міська влада, різні органи міської влади теж мають впливання на бізнес-процеси. Ну, в місті Одеса, якщо ми говоримо про місто Одеса. Да, государство пытается вывести ринок валюти вот, в нетеневой сектор, да, потому что сейчас... И, как я сказал уже, налогообложение находится далеко за пределами того, что остальные предприниматели могут платить. Поэтому в основном все занимаются законной налоговой оптимизацией. Вот. Для того, чтобы все платили достаточно бюджет налогов, для этого должны быть, конечно же, понятное, прозрачное налогообложение. Ви йдете до міської ради. Скажіть, що вас спонукало йти до міської ради? Чим плануєте там займатися? Хто вас підтримує? Я кандидат в депутати міської совет від Української морської партії. Мені представив можливість Сергій Васильович від цієї партії балотуватися в своєму рідному Суворовському районі. І
Я, как человек с моральными ценностями, понимаю, что нет времени ждать, что кто-то что-то поменяет, а нужно брать инициативу в свои руки и заботиться о том месте, в котором ты живешь. Мне представилась такая прекрасная возможность, и я верю в то, что я смогу использовать ресурс этой партии для того, чтобы улучшить качество жизни каждого жителя района, в котором я родился и вырос. Вот. Які питання першочергові ви займатися, якими ви плануєте, ну, з колегами, там, десь, можливо, один щось ініціювати? Є багато понятних проблем у районах, да, це проблеми з общественним транспортом, с инфраструктурой, отсутствие велодорожек, тротуаров, неосвещенные места, которые благоприятствуют скоплению неприятного населения, да, которое пугает в основном остальных. То есть это, ну, есть понятные вещи, за которые нужно браться. Точно так же это, конечно же, поддержка предпринимателей вот, в развитии, на старте, особенно поддержка малого и среднего бизнеса, это понятное и открытое налогообложение для этих предприятий и компаний. Мы встречаемся осень 2020 года. 2020 рік взагалі незвичний рік, важкий, непередбачений. Дуже на всіх вплинуло негативно, скоріш за все, епідемія COVID-19. Як ваші колеги, підприємці, вони, напевно, спілкуються із конкурентами, але ж ви всі колеги, як вплинула взагалі ця ситуація? Могу сказати, що ми старалися обезпечити роботою всіх наших сотрудників, і так як наш бізнес знаходиться в групі продовольственних товарів, не було требування закривати. Понятное дело, что мы придерживались санитарных норм, это масочный режим, антисептики, обработка помещения постоянно. И понимаем, что в это сложное время страдаем не только мы, но страдают и все, а особенно население. И мы для этого специально делали социальную программу, мы снижали цены на определенные товары, вот в частности и сейчас, в принципе, тоже эта акция действует. На некоторые хлеба мы снижаем цену. То есть мы не делаем какой-то дешевый социальный хлеб, а мы снижаем цену на определенные категории товаров. И каждый, кто заходит, каждый посетитель имеет право вот приобрести такую продукцию. Мы понимаем, что сегодня нам сложно, но всем сложно. Вот. Поэтому мы стараемся работать, давать, обеспечивать работой наших сотрудников и делать помощь нашим посетителям. Я впевнений, що якщо ми вже говоримо так про карантинні заходи, про пандемію, потрібно бути працювати, ну як казали попередники, ну по-новому, по-іншому. Треба прилаштовуватися до нових правил гри, у тому числі у бізнесі і підприємцям також. Чи готові підприємці сучасності, ну чи розуміють вони, що щось буде змінюватися по причині того, що зараз ось така карантинная важкая ситуация. Да, конечно. Мы многие процессы пересматриваем, очень много оптимизируем, контролируем наши финансовые потоки, стараемся тратить только на максимально эффективные вещи. То есть для нас первоочередное – это обеспечение зарплаты наших сотрудников, потому что мы понимаем, что сегодня они кормят семьи. И для того, чтобы не нарушать этот баланс, мы максимально все перестраиваем, сокращаем все остальные маркетинговые расходы и так дальше, для того, чтобы обеспечивать вот наших сотрудников достойной зарплатой. Процесс изменений происходит постоянно. Сегодня очень услугами пользуется курьерская доставка, да, точно так же мы ее подключаем, развиваем интернет-продажи. То есть в период карантина это особенно актуально. Все меняются, рынок не стоит на месте, и, в принципе, мы очень быстро приспосабливаемся. Я, Виталий, бажаю вам успеху, бажаю вашим колегам також. У вас є плани по зміненню життя на краще в нашому місті також. Вважаю, що вже на початку листопада і наприкінці цього року буде можливість зробити корисне для свого міста також. Дякую вам. Спасибо. Залишайтесь на каналі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.